Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на субботу, 5 ноября. С вами я, Ирина Баженова. К интересным календарным датам. 5 ноября отмечается День военного разведчика, профессиональный праздник российских военных. Дата праздника выбрана не случайно. В 1918 году в составе полевого штаба Красной армии в Петрограде было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое ГРУ – Центральный орган управления российской военной разведкой. Суббота, 5 ноября. В Черногорске пасмурно. Плюс 4 будет днем, 0 градусов ночью. В Саиногорске также пасмурная погода. 7 градусов тепла днем, к вечеру плюс 4. В Сорске подобная метеокартина. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, к вечеру плюс 2. В Абазе пасмурно, без осадков. 8 градусов тепла днем и 3 градуса со знаком плюс в ночное время. В Абакане переменная облачность. 4 градуса тепла днем, плюс 2 ночью. Ветер юго-восточный, атмосферное давление повышено и составит 743 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале «Абакан-24». Всего вам доброго!